Всем привет! Идем. Короче, мы вышли. Сегодня пятница. У меня случилась трагедия. Трагедия. Я вообще даже не знаю, как сказать. Короче, поломался у меня дом. Это просто катастрофа. Жизнь остановилась. Жизнь дала трещину, понимаете? Они сейчас так подорожали. Диана, смотри, пожалуйста, на дорогу. Там ничего нет. Да, конечно, там ничего нет. Там только машины. Почти весна. Понимаете, мы-то свой будем, конечно, ремонтировать, но это же время. Мне к понедельнику просто кровь из носу. Надо, блин, что-то купить. Муж мой работает над этим вопросом. Ищет поиски. Короче, самый простой 5000 лир. Такой простецкий. Ёшкин кот. Прям такая расстроенная, прям руки опустились. Погодка такая классная. Такая прохладненькая. Ой, Дианка, мы здесь опять проходим. Не прохладненькая, знаете, а ветерочек. А вот там же этот котенок лежит. А мы корма ему не взяли. Хоть его там и кормят, но все равно хотелось бы его тоже чем-то сдобрить. Пальма, видите? Ну, Ашкым говорит, что это финики. Я говорю, это может быть эти... семена какие-то пальмы. Говорит, нет. Нет, это другая пальма. Это, видишь, ствол толстый, листва другая. А это худая, длинная. Хотелось бы трухануть ее. Но они еще вон зеленые. Пошли. Короче, мы направляемся пойти пройтись, поужинаем сейчас, не знаю где. Тут у нас опять идет спор, потому что каждый любит что-то свое, а вместе, понимаете, только я готовлю. Вот то, что приготовлю, все едят. Вкусно, невкусно. Но это не значит, что мы хотим. Но я же говорю, вкусно, невкусно. А хочешь, не хочешь, а из-за стола приходится вставать и говорить: спасибо, было очень вкусно. Не могу я. А здесь, понимаете, можно покапризничать. Это хочу, то не хочу. Ножкам, как всегда, хочет этот. На подносе мясо жареное. А ты знаешь, чего я хочу? Знаю. Но. Бургер. Нет. А что? Пиццу. Да. Слушайте, как похудела, так теперь пиццу без конца хочет. Ну, мне пицца нравится больше, чем... А я ее вообще... Вот я не понимаю, что это за еда такая пицца. Я вообще понять не могу. Это тесто, а на нем... Нет, я знаю, как готовится. И рецепт я знаю, и даже технологию приготовления. Ты даже готовила это? Да, я даже готовила это. Ну, просто... Вот я ем... Я хотела пиццу с грибами. С грибами я не готовила. Я ем и не получаю удовольствия. Хочешь? Ой, хочу, Дианка, я же сказала, слушайте, у меня тут возник такой план. Я предлагаю Диане, вот этому человеку, чтобы она взяла на себя обязанности готовить ужин. Но я, конечно, предложила ей каждый день. Она меня культурно отвергла. Я говорю, ну ладно, давай хотя бы 2 раза в неделю. То есть раз в неделю мы кушаем снаружи. 2 раза в неделю будет готовить Диана. Это сколько? Это 3, да? Ну, а 4 раза уже буду готовить я. Так уж и быть. Как вам мой план? Круто я придумала? Очень. Дианка, круто? Да, молодец. Я молодец, да, я фантазер. Угу. Все жалуются, жарко. А мы, слушайте, проходили там... И этот кошачий магазинчик был такой для животных. И, значит, у них там такое отделение было. И 3 маленьких котика. Ну, тот, который... Так, у нас такая Марго, этот... Шотландский. Шотландский уже такой большенький, наверное, 3 самый месяца, большой. 4, вот такой вот, взросленький. 2000 лир, да, Диана? 2 или 2500? 2 или 2500. Этот лысый. Лысый 4500. Лысый, как ты говорила, 3? 4. 4500 лысенький. Ну, такой маленький-маленький, такой классный. Милый. Вообще она просто. Она бы их помыла, у них это, глаза закисели. И второй еще. А то, по-моему, шотландский, да, белый? Маленький, белый, вот так кричащий. Да, не знаю. Шотландский. Или британский. Нет, то шотландский, как Марго, вот этот такой, с лиловыми глазами, серые. Как и мишки они. А этот, наверное, британец. Ну, в общем, вот и что-то британский. Беленький такой. Такой крикливый. Но это еще ничего. Тоже где-то 2-2,5 тысячи. Они очень дорогие. Слушайте, меня убило. Этот маленький беленький сидит, а у него блохи шныряют. Я мужу говорю, а чего они с блохами? 2000 лир, 3000. Они блохастые. Она говорит, ну типа вчера только привезли этого британского беленького. Только привезли, мол, вчера. Ну и видно, он блохастый был. Так откуда же вы его привезли, что он был уже блохастый? И это тоже медвежонок серый, который взросленький, шотландец. Уже тоже чешется, но видно, что блохастик уже. Мне это убило. Ну, лысый вроде не был, по нему вроде не ползали. Потому не ползали, да. Мы, короче, ищем место, где бы что бы съесть, что бы проглотить, что бы перекусить. Идем. Перекусить собаке лапу, если только. Не знаю, сейчас пойдем куда-нибудь. Мы пришли здесь, короче, нашли. Здесь вот бюрекчи. Здесь Диана шпицу хотела. Здесь такие маленькие пиццы делают. Возьмем ей парочку. А там, получается, делают вот тепси-кебаб. Возьмем там тепси-кебаб. Но здесь очень вкусные пироги, я хочу вам сказать, просто бомбовские. Но их же нельзя кушать, потому что... Тавук мунеден. А ветер, да, свистит? А, я... Бельером. А, я и забыла. Сармамы? Тавук мусарма? А, я прах. Я поджам. Когда будешь, говорит, листья использовать? Буду. Значит, вот смотрите. 5 лир из панаклы кашарлы. А что это 5 лир? Кусок или что? Ашкым. Абак меселя. Из панаклы кашарлы бешлира. Каймалы кашарлы бешлира. Вот там написано. Уне адет. А, бупиде, а, бюрек, а, едили рабуне, парч, бюректюм, каймалы бюрек 7 лир. А, вон, 7 лир, значит, с фаршем, говорит, порция, с сыром. Сыр имеется в виду этот мягкий. 7 лир с картошкой, со шпинатом, 7 пустой, а вот субюрек 10 лир. Класс. Очень вкусный, я его обожаю. Ну куда ж. Вот нам принесли. Будешь пиццу? Покажите. Ай-яй-яй-яй. Хлеб сами, наверное, испекли. Он такой горячий. Порезали дольками. Ашкемгюстер. Видите? Красота среди бегущих. Сейчас попробуем. Мы здесь в первый раз. Вы видите, какая здесь красота. Правда, ветерочек дует. Водопад так красиво. Но его уже давно сделали. Муж мой удивляется, не видел. Мы-то с Дианкой сами гуляли, поэтому видели. Очень красиво. Вечернее время так вообще. Смотрится.